Первая остановка депутатов от фракции «Единая Россия» – центральное место города, площадь Нахимова. Народные избранники только что приехали из других городов Крыма. У города пока что нет своих парламентариев. Белокаменным нужны свои представители на федеральном уровне. Единороссы собираются обсудить с севастопольскими жителями основные насущные проблемы, которые их волнуют, и помочь Севастополю как можно скорее войти в правовое поле Российской Федерации. Руководитель фракции единороссов Владимир Васильев отметил, что их делегация приехала для того, чтобы на время стать крымскими и севастопольскими депутатами. Мы многое знаем, следим, и тем не менее нам бы хотелось иметь вот этот прямой, непосредственный разговор с людьми, как говорится, глаза в глаза. Самая главная тема – это программа. Программа развития Крыма, его включение в Россию. Вы знаете, что выделены деньги беспрецедентные – 681 миллиард. Причем на каждую проблему, которая беспокоит сегодня крымчан, предусмотрены средства до 2020 года, которые нужно будет очень экономно, очень по-хозяйски, под контролем жителей использовать эффективно. Делегацию депутатов Госдумы встретил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Миняйло. Вчера вечером он вернулся из Симферополя с совещания под руководством вице-премьера Дмитрия Казака. Круг вопросов, обсуждавшихся там, был чрезвычайно широк. Вопросы касались состояния экономики в Крыму и Севастополе, долгов финансовых, которые есть, социальных вопросов, проект закона о свободной экономической зоне. А до этого вопросы, которые обсуждались с правительством Москвы и с Министерством обороны по размещению группировки сил или войск Черноморского флота и Министерства обороны здесь, и взаимодействие с городом. По словам Сергея Миняйло, значение визита делегации депутатов Госдумы для нашего города трудно переоценить. Как вы думаете, что означает сегодняшний визит депутатов для города? Когда вы еще видели столько наших достойных, знаменитых людей, в том числе представителей самой высшей законодательной власти России в других городах? Вот в Севастополе сегодня все они здесь. Для того, чтобы выслушать севастопольцев, помочь нам решать те проблемные вопросы, которые на сегодняшний момент перед нами стоят. После встречи на площади Нахимова депутаты разъехались по разным точкам города. Парламентарии посетили 25 объектов. Это школы, вузы, городская прокуратура, горбольница, морпорт, управление МВД, торгово-промышленная палата. Посетили народные избранники и кинотеатр «Победа». Сюда приехала Ольга Баталина, являющаяся первым заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. А также Галина Карелова, отвечающая за социальные вопросы. Депутаты пообщались с севастопольскими жителями. Ольга Баталина поблагодарила крымчан за единодушие на референдум. Кроме того, она отметила значимость продолжения тенденции естественного прироста населения, которую страна показала в прошлом году. Очень важно, по ее мнению, чтобы для человека на первом месте была семья. Все те социальные выплаты, все те льготы, которые были у вас в соответствии с законодательством Украины, в полном объеме сохраняются. И для этого необходимые средства федерального бюджета в бюджет Севастополя будут переданы. Но дополнительно к ним еще добавляются те федеральные льготы и выплаты, которые существовали и действовали, и действуют сегодня на территории всей Российской Федерации, но их не было в Севастополе. Ольга Баталина подчеркнула, что среди дополнительных выплат, предусмотренных российским законодательством по сравнению с украинским в семейной сфере, выделяется материнский капитал, выплаты женам военнослужащих и дополнительная помощь при ранней постановке на учет по беременности. Встретившись с севастопольцами, депутаты фракции «Единая Россия» сделают выводы о жизни в городе и доложат об этом Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Святослав Данилов, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».